Janjana Shalakaya Chatsur Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Sarasati Devi Kauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Vanchakaupatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasade Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're reading the Nectar of Devotion and we're on chapter number 21 describing the qualities of Lord Krishna. Hare Krishna. Tayana? Yes, can you hear me? Yeah, did you hear me okay? Yes, it's okay. Мы читаем 21 главу Нектара преданности, которая называется «Качество Шри Кришны». So Rupa Goswami has selected 64 different qualities of Lord Krishna. И Рупа Госвами выбрал 64 различных качества Господа Кришны. Actually, the qualities of Lord Krishna are unlimited. На самом деле, качества Кришны безграничны. But in order to help us to appreciate Lord Krishna more, he selected 64 qualities and he's given references from scriptures describing each of these qualities. Но для того, чтобы мы еще больше оценили, стали ценить Господа Кришну, Рупа Госвами выбрал именно эти 64 его качества и привел в доказательство цитаты священных писаний. Now, of these 64 qualities, the first 50 qualities may be seen in ordinary people, in ordinary jiva souls, even like Lord Brahma, in perfect condition, can display fit up to the first 50 qualities. И первые 50 качеств, они доступны всем живым существам, личностям, которые достигли совершенства, таким, например, как Господь Брахма. We could have these qualities, we won't have them to the same extent as Lord Krishna. The same extent as Lord Krishna displays them. Эти качества, но мы не можем проявлять их в том же объеме, в том же количестве, в котором их проявляет Кришна. We will only have a small quantity of these qualities. So we'll be, while we have the quality, we don't have the same quantity. То есть у нас есть те же качества, но не в том же количестве. So они у нас гораздо меньше. We're beginning this morning from the 18th quality, which is determined. И мы сегодня начнем с 18-го качества непреклонный. Непреклонным называют того, кто соблюдает регулирующие принципы и на деле выполняет все обещания. Один из примеров проявления Господом этого качества описан в Харивамше. Речь идет о сражении Господа Кришны с царем Рая Индрой, у которого он силой отнял цветы Париджата. Париджата — это разновидность лотоса, цветок, растущий только на райских планетах. Однажды Сатьябхама, одна из жен Кришны, захотела иметь этот лотос, и Кришна пообещал ей исполнить ее желание, но Индра не захотела остаться с Париджатой. Это послужило поводом к большой битве между Кришной и Пандавами с одной стороны и всеми полубогами с другой. В конце концов, Кришна одержал победу и забрал Париджату, подарив ее своей жене. По этому поводу Кришна сказал Нарадимуни: «О великий мудрец среди полубогов, теперь ты можешь объявить всем, как преданным, так и непреданным, что когда я хотел отобрать Париджату, все полубоги — гандхарвы, наги, демоны, ракшасы, якши и паннаги —
пытались одолеть меня, но никому не удалось заставить меня нарушить обещание, которое я дал своей жене. Okay, so very interesting pastime is described in relation to Krishna's determination. И здесь приводится очень интересная лила, которая связана с непреклонностью Кришны. And it, in relation to Lord Krishna taking the Parijata flower away from the heavenly planets to give to his queen, Satyabhama. И это деяние связано с цветком Париджата, который Господь Кришна достал с райских планет своей жене Сатьябхаме. Actually, earlier, a Parijata flower had been given to Rukmini. Now, the Parijata flower came from heaven, and it has a very wonderful aroma which spreads everywhere. На самом деле, цветок Париджата уже был подарен Рукмини, и он источал очень удивительный аромат. So Satyabhama is like a competitor with Rukmini. They are Krishna's two most prominent queens in Dwarka. И Сатьябхама, она как соревновалась все время с Рукмини, и это были самые две главных жены Кришны в Двараке. Rukmini was Krishna's very first wife, and Satyabhama was his second wife. Rukmini была первой женой Господа Кришны, а Сатьябхама второй. So there's some competitive mood between Satyabhama sometimes feels quite envious or jealous of Rukmini because she seems to be getting more attention from Krishna than she's getting. И иногда Рукмини завидовала, иногда Сатьябхама завидовала Рукмини, либо ревновала ее к Кришне, поскольку ей казалось, что он уделяет Рукмини больше внимания, чем ей. So after Rukmini had been given a flower by, I think it was Narada Muni gave her the Parijata flower, Satyabhama was envious, so she wanted one. She wanted the flower too. И после того, как Рукмини был подарен цветок Париджата, кажется, его подарил Нарада Муни, Сатьябхама начала завидовать ей, она тоже захотела себе этот цветок. So it happened that Lord Krishna had to go to the heavenly planets on one occasion. He was returning the earrings of Mother Aditi, which had been stolen by a demon. И случилось так, что Господь Кришна побывал на райских планетах ради определенного события, и он принес оттуда серьги матушке Адити. So then, like when Lord Krishna went to the heavenly planets, he took Satyabhama with him. И когда Господь Кришна отправился на райские планеты, он взял с собой Сатьябхаму. And at that time, Lord Krishna decided to take not just a flower, but he took a tree, a Parijata tree. И на тот момент он решил взять не просто цветок, а Париджаты, а целое дерево. But when Lord Krishna was taking the Parijata tree, Indra became offended because Indra is the king of heaven. And he thought, no, this Parijata tree should stay in heaven. It's only in the heavenly planets. It shouldn't go to earth. И когда Господь Кришна попытался забрать это дерево Париджата, Господь Индра почувствовал себя оскорбленный. Я царь райских планет, я царь рая, и это дерево, оно принадлежит раю, оно не должно попасть на землю. So Lord Krishna was challenged by Indra, and there was a fight. They had an actual fight, and then all the demigods came to help Indra. None of them could defeat Lord Krishna. И Индра бросил вызов Господу Кришне, и между ними началась битва. И все полубоги пришли на помощь Индре, сражались вместе с ним, но никто не мог одержать над Кришной победу. All of the different demigods all came, they were all fighting against Krishna, but Lord Krishna is the Supreme Lord, he defeated all of them.
And he brought the Parijata flower down to earth. И каждый полубог приходил и сражался с Кришной, но никто не мог победить его, и Кришна повергал каждого. И таким образом, в конце концов, он забрал дерево Париджата на землю. He brought not just the flower, he brought the tree. То есть вместо одного цветка он принес целое дерево. So in this way, Lord Krishna satisfied his wife, Satyabhama. И таким образом Господь Кришна удовлетворил свою жену Сатьябхаму. Okay, go ahead. Другое обещание Кришны содержится в Бхагавадгите. Кришна говорит, что никто не сможет одолеть его преданного, и искренний преданный, постоянно занятый трансцендентным любовным служением Господу, должен все время быть уверен в том, что Кришна не нарушит своего обещания. Всегда, в любых обстоятельствах, он защитит своего преданного. So, in relation to that previous pastime of the Parijata flower, Lord Krishna showed his devotees that he would keep his promise to his devotees, because Krishna promised his queen Satyabhama that he would get her that flower, the Parijata flower. So even though he had to fight the demigods, Lord Krishna kept his promise. Таким образом, этой историей с деревом Париджата Кришна доказал своим преданным, что он держит свое слово. То есть, пообещав Сатьябхаме, что он достанет для нее цветок Париджата, он даже сражался с полубогами, но тем не менее не нарушил своего обещания. So similarly, in the Bhagavad Gita, Lord Krishna promises that his devotee will never be vanquished. И таким же образом Кришна обещает в Бхагавадгите, что его преданного никто не сможет одолеть. Right, there it is stated, Kuntiya pritijanihi nami bhakta pranashati. Shipram bhavati dharmadma shashvat shantim nigachati. Kuntiya pritijanihi nami bhakta pranashati. Lord Krishna says to Arjuna, declare it boldly, O Arjuna, my devotee will never be vanquished. И в Бхагавадгите Господь Кришна говорит Арджуне: Арджуна, провозглашай повсюду, мой преданный никогда не погибнет, он никогда не может быть повержен. So Lord Krishna makes his promise through the mouth of Arjuna. То есть таким образом Кришна дал свое обещание through the mouth of Arjuna. Yes. Таким образом, Кришна изрек свое обещание через уста Арджуны. Изрекает. It's interesting to understand why Krishna gets Arjuna to promise. Why didn't Krishna himself promise? И почему Кришна дает это обещание от имени Арджуны, почему он сам этого не обещает? But sometimes Lord Krishna does have to break his promise. Но иногда Кришна не сдерживает своих обещаний. Sometimes in order to protect his devotee, he has to break a promise. Иногда, чтобы защитить своего преданного, Кришна нарушает свое слово. And this took place during the battle of Kurukshetra, where Krishna promised he wasn't going to fight. But when Arjuna's life was in danger, Krishna was ready to fight to protect him. И это случилось во время сражения на Курукшетре. Кришна дал слово, что он не будет сражаться, но когда жизнь Арджуны оказалась в опасности, он нарушил свое слово ради того, чтобы защитить Арджуну. So Krishna broke his promise to keep another promise. То есть Кришна нарушил одно свое обещание ради того, чтобы выполнить другое. The more important promise was that he should protect his devotee, like Arjuna. И более важным является обещание, что Кришна будет защищать своих преданных, таких как Арджуна. The promise that he wouldn't fight, that was not so important, so he broke that promise. И обещание о том, что он не будет сражаться, оно не было таким важным, поэтому он нарушил его. Okay, go ahead.
Кришна доказал, что умеет держать слово, принеся цветок Париджата Сатьябхаме, оградив Драупади от оскорблений и защитив Арджуну от всех атак его врагов. Побежденный в Гвардханой лиле Индра тоже был вынужден признать, что Кришна выполняет свое обещание защищать тех, кто предан ему. Когда Кришна запретил жителям Враджа Вриндавана поклоняться Индре, тот разгневался и затопил Вриндаван, обрушив на него потоки проливного дождя. Но Кришна защитил всех жителей и животных Вриндавана, подняв как зонтик холм Гавардхана. Когда все было позади, Индра стал умолять Кришну простить его. В числе прочего он сказал: «Подняв холм Гавардхана и защитив жителей Вриндавана, ты выполнил свое обещание не допустить поражения своих преданных». Mm-hmm. Okay, so Krishna fulfills his promise. He kept his promise, just like we told about how he gave the Parijata tree to Satyabhama. That was a promise. И Кришна держит свое слово, и как мы уже сказали, он сдержал свое слово перед своей женой Сатьябхамой. And he's promised. We just said Krishna promises his devotee will never be vanquished. So Krishna protected Draupadi when she was being in, they were trying to insult her. И преданный, и Кришна говорит, что его преданные никогда не потерпят поражения, и таким образом он защитил Драупади, когда ее оскорбляли. At that time, Lord Krishna appeared in such unlimited sari to keep her body covered, whereas other the materialistic Kauravas were trying to uncover her body, to enjoy the beauty of her body, and disgrace her and insult her by making her naked in front of so many men. But Krishna protected his devotee, Draupadi. И Кришна защитил Драупади, появившись на собрании в форме безграничного сари, когда Кауравы пытались раздеть ее, тем самым нанеся оскорбление и показав ее обнаженное тело всем многим присутствующим там мужчинам. And similarly, whenever Arjuna's life was in danger, then Krishna was always there to protect him and save him. И таким же образом, когда бы жизнь Арджуны не была в опасности, Кришна всегда появлялся в этом месте, спасал и защищал его. And this promise that Krishna always keeps his promise, this was also recognized by Indra when he was defeated in the Govardhan Lila. И это обещание защищать своих преданных, всегда защищать своих преданных, осознал и Индра, когда он был повержен Кришной в Гавардхан-лиле. Indra, Lord Krishna had stopped the Indra Yagya, and Indra was very angry with all the Brijbasi people for not giving his yagya. Кришна запретил поклоняться Индре, и тот очень сильно разгневался на Бриджабаси, поскольку они прекратили поклонение ему. So Indra's intention was to have all the Brijbasi people and all the cows, all the animals, that they would all die. He sent such fierce clouds and strong wind, it was going to completely destroy Vrindavan, and all the people in Vrindavan would die. И намерение Индры заключалось в том, чтобы все жители Вриндавана и все коровы погибли. И он наслал на Вриндаван огромные тучи и облака, чтобы это случилось. But Krishna protected all the people in Vrindavan by picking up the Govardhan hill and calling all the cows and all the animals and all the people, they should all come under the Govardhan hill. He used the Govardhan hill just like an umbrella. Но Кришна спас всех жителей Вриндавана, защитил их тем, что поднял холм Гавардхана и позвал под него всех жителей Вриндавана, всех коров, всех животных, как под зонтик. So in this way, Lord Krishna kept his promise, because he promises his devotees will never be vanquished. И таким образом Кришна выполнил свое обещание, поскольку он пообещал не допускать поражения своих преданных. And this was also appreciated by King Indra, that Indra admitted that by Krishna picking up the Govardhan hill,
He was protecting all the Brijbasi people. И это также ценил Господь Индра. Он признал, что Кришна держит свое слово. Когда он, подняв холм Говардхана, защитил всех жителей Вриндавана. So in this way, Krishna showed his devotees that never to be vanquished. Таким образом, Кришна показал, что его преданные никогда не потерпят поражения. Okay, number 19. 19 качество. Способны учитывать время и обстоятельства. Кришна в совершенстве знает, как обращаться с людьми в соответствии с обстоятельствами, страной, временем и окружением. О своем умении пользоваться моментом, обстоятельствами и людьми он поведал Удаве, рассказывая ему о танце раса с гопи. Он сказал, наиболее подходящее время для танца – осенняя ночь в полнолуние, как сегодня. Лучшее место во Вселенной – Вриндаван, а самой прекрасной девушке – гопи. Поэтому, мой друг Удава, я думаю, что должен воспользоваться этими обстоятельствами и устроить сегодня танец раса. So, another quality of Lord Krishna is that he is an expert judge of time and circumstance. И следующее качество Кришны – это способность учитывать время и обстоятельства. We say everything should be judged according to the time and the place and the circumstance. Мы говорим, что все должно делаться с учетом времени, места и обстоятельств. So Lord Krishna is giving the example that he's in Vrindavan. So Vrindavan is the perfect place for his pastimes. И Кришна дал нам для этого свой замечательный пример, сказав, что Вриндаван – это лучшее место для его игр. And during there's a special period called the Sarat season, which is the autumn season, which is when it's very beautiful and there's a full moon night in the month of Sarat. It's called Sarat Purnima. Purnima meaning the full moon. И есть определенный период времени, который называется Сарат Пурнима. Сарат – это месяц, и Пурнима – это полнолуние. То есть самое подходящее время – это осенняя ночь в полнолуние. And Sarat is Sarat season. It's a very beautiful time because that's when, after the rainy season, all the flowers come out and bloom, and the flowers are very fragrant and very colorful and beautiful. И на самом деле это время, этот период, месяца Сарат, он очень красивый, очень удивительный, когда после периода лета вырастают цветы, и они очень яркие и очень ароматные. And when the moon comes out on the full moon night, then that's the most beautiful time of the year because the moon is very cooling and beautiful and everything is very perfect. It's not very hot, it's not cold, everything is just a very, very beautiful time of the year. И когда в этом месяце наступает полнолуние, все становится очень прекрасным. Этот свет полной луны, он очень прохладен и освежающий. В это время не холодно и в то же время не жарко. То есть это самое прекрасное, самое замечательное время года. And Lord Krishna says these gopis of Vrindavan are the most beautiful of all the ladies everywhere, in all the creation. They're the most beautiful girls. И Господь Кришна говорит, что гопи – это самые прекрасные девушки во всем творении. Of course, these gopis, they're not ordinary ladies, they're all Krishna's devotees. They're all Krishna's very pure devotees. Конечно, гопи – это необычные женщины, все они чистые преданные Господа Кришны. And they've taken birth in Vrindavan just to take part in Lord Krishna's pastimes. И они приняли рождение во Вриндаване, чтобы принять участие в играх Кришны.
So there are different groups of gopis. There, some of the gopis, they come from the spiritual world to be with Krishna. Есть различные группы гопи. Некоторые гопи, они спустились с духовного мира ради того, чтобы быть с Кришной. Yeah, they're the eternally liberated gopis. Они вечно освобожденные гопи. So they come, they appear in the world after Lord Krishna. They're younger than Krishna. И они появились в этом мире после того, как сюда пришел Господь Кришна, а не младше него. And then you get gopis also who come, who are just becoming perfect. They're just becoming perfect, and they're getting ready to go back to Godhead, and they're going to take part in Rasa Lila. Есть группа гопи, которые достигли совершенства, то есть они уже стали готовыми вернуться обратно в духовный мир, и таким образом они получили эту возможность участвовать в Rasa Lila. Then there's other gopis who are from the personified Vedas, who wanted to take part in Krishna's pastimes. И другие гопи — это олицетворенные веды, которые хотели принять участие в играх Кришны. So they took their birth in the families of the cowherd people in Vrindavan, and they came as gopis, and they can take part in Rasa Lila. И таким образом они родились в семьях пастухов во Вриндаване, и чтобы принять участие в Rasa Lila. And then there are also the great sages from the Dandakaranya forest who had seen Lord Ramachandra and who were attracted to Lord Ramachandra. И другая группа гопи — это мудрецы из леса Дандакаранья, которые, увидев Господа Рамачандра, очень привлеклись его красотой. So they desired to have an amorous relationship with Lord Ramachandra. But Lord Ramachandra said, no, I cannot, because I vowed only one wife in this lifetime. И они захотели иметь близкие отношения с Господом Рамачандрой, однако он сказал, нет, в этой жизни я могу иметь только одну жену. So Lord Ramachandra told them, if you take your birth in Vrindavan, in the family of the cowherd people, in my next incarnation, you can be gopis and you can take part in Rasa Lila. И Господь Рамачандра сказал, что если вы примете рождение в семьях пастухов во Вриндаване в своем следующем воплощении, когда будет мое следующее воплощение, то вы сможете поучаствовать в Rasa Lila. So in this way there were different all kinds of different groups of gopis there taking part in the Rasa Lila. And they're all very beautiful young ladies. И таким образом в Rasa Lila участвовали различные группы гопи, но все они были очень прекрасны, очень красивы. So Krishna desires to enjoy these beautiful ladies, and the best time to enjoy them is in the full moonlight night in the forests of Vrindavan. И поэтому Кришна очень хотел наслаждаться общением со всеми этими молодыми женщинами. И самое лучшее время для этого была ночь полнолуния в лесу Вриндавана. Lord Krishna is the supreme enjoyer. So when he enjoys on the highest level. Кришна верховный наслаждающийся, и когда он наслаждается, он делает это на высшем уровне. We all want to enjoy, but we could never enjoy to the extent which Krishna enjoys. Мы тоже, нам тоже нравится наслаждаться, но мы никогда не будем наслаждаться в той степени, в которой наслаждается Кришна. And so Krishna is showing us how he is very expert in everything he does. Таким образом, Господь Кришна нам показывает, насколько он квалифицирован во всем, что бы он ни делал. All right, so next one. 20-е качество. Смотрящий на все сквозь призму Писаний. Того, кто поступает в строгом соответствии с принципами благооткровенных Писаний, называют шастра-чакшус. Шастра-чакшус означает тот, кто на все смотрит глазами авторитетных Писаний. На самом деле, любой человек, обладающий знаниями и опытом, должен на все смотреть через призму этих книг.
Например, невооруженному глазу Солнце представляется некой сияющей субстанцией, но взглянув на него через призму авторитетных научных монографий и другую литературу, мы можем понять, что Солнце во много раз превосходит Землю по размерам и излучает невероятную энергию. Таким образом, смотреть на все невооруженным глазом еще не значит видеть. По-настоящему видеть значит смотреть на вещи сквозь призму авторитетных книг или глазами авторитетных учителей. Поэтому, несмотря на то, что Кришна – верховная личность Бога, и его взору открыто все – прошлое, настоящее и будущее, чтобы подать пример людям, он постоянно ссылается на богооткровенные писания. К примеру, в Бхагавадгите Кришна выступает в роли высшего авторитета, и тем не менее он упоминает и цитирует Веданта-сутру, признавая ее авторитетность. В Шримад-Бхагаватам есть стих, в котором шутливо говорится, что Кришна – враг Камсы, известен тем, что на все смотрит сквозь призму шастры. Однако, чтобы утвердить свой авторитет, сейчас он смотрит на гопи своим взглядом, сводя их с ума. So, the next quality is describing seeing through the eyes of the scriptures. И следующее качество Кришны – это смотрящий на все сквозь призму Писаний. So, like, when we see through the eye of the scriptures, that is known as the Sanskrit term is Shastra Chakshush. И того, кто смотрит на все сквозь призму Писаний, на санскрите называют Shastra Chakshush. We should all learn to cultivate this vision to see through the eyes of the scriptures. Мы все должны научиться развить в себе это видение, смотреть на все глазами священных Писаний. Our eyes are not perfect. Наши глаза несовершенны. There are many things we cannot see with our eyes. Существует множество вещей, которые мы не можем видеть своими глазами. Just like we cannot see atoms, we cannot see electricity. Мы не можем, например, видеть атомы или электричество. And when we look at things, we often see things in the wrong way. И когда мы смотрим на что-то, на вещи, на какие-то, мы видим их в неправильном свете. Sometimes you look at a painting of someone, then you may look at someone's painting and you may think this is a picture of an old woman. But someone else may look at the same painting and may think this is a picture of a young woman. Например, мы иногда смотрим на чью-то картину, видим на этой картине старую женщину, но кто-то может увидеть в ней молодую женщину. So there's different ways of looking at things. Таким образом, существуют различные взгляды на вещи. We know there's optical illusions that if we use our eyes, we will not be able to see everything exactly in the correct way. Мы знаем, что существует оптический обман, то есть когда мы смотрим на какие-то предметы, то мы видим их не совсем точно, не совсем правильно. Lord Krishna had a palace in Dwarka, and the nature of that palace was such that what appeared like water was actually land, and what was looking like land was actually water. И у Кришны в Двараке был такой дворец, в котором все выглядело несколько иначе. Все, что казалось водой, было землей, а все, что было землей, казалось водой. And Duryodhan came there. He didn't know which was the land and which was the water, and he ended up falling into the water. He thought it was land. И когда туда пришел в этот дворец Дурьёдана, он не понимал, где пол, а где вода, и таким образом он очутился в воде, подумав, что это пол. And when Duryodhan fell in the water, all the other ladies who were there in the palace, they all laughed because they thought it was funny. И когда с ним произошло это, все женщины во дворце, которые видели это, они все засмеялись, поскольку посчитали это очень смешным. So Duryodhan was humiliated, he was angry. И Дурьёдана почувствовал себя оскорбленным, он был разгневан.
Okay, so the point is that our eyes are not perfect. We don't get perfect knowledge from our eyes. То есть смысл в том, что наши глаза несовершенны, и мы не можем с помощью наших глаз получить совершенного знания. But if we see through the eyes of the scriptures, we get perfect knowledge. Но глядя глазами священных писаний, мы получаем совершенное знание. And Srila Prabhupada says that Lord Krishna, he knows everything, past, present, and future. But to teach us, he uses scriptures. И Шрила Прабхупада здесь говорит, что Господь Кришна знает все, Он видит все, и прошлое, настоящее, и будущее. Но чтобы подать нам пример, Он ссылается на Богооткровенные Писания. An example is given there, how in the 13th chapter of Bhagavad Gita, Lord Krishna quotes the Vedanta Sutra. И здесь приведен пример, как в этой главе Бхагавад-гиты Господь Кришна цитирует Веданта-сутру. Lord Krishna was discussing about the nature of the soul, and is there one soul or two souls? Because there's a class of people who say there's only one soul. So is it one? Is the soul one, or is it two? Is the Paramatma there as well as the individual soul, or is it only just the one soul? И он это раскрывал относительно предмета, когда люди спорят о том, существует ли в нас одна душа или две души, то есть в теле существует только одна индивидуальная душа или все-таки там есть параматма. So Lord Krishna quotes the Vedanta Sutra to establish the correct understanding. И чтобы утвердить правильное понимание, Господь Кришна цитирует Веданта Сутру. So even though Lord Krishna is the supreme authority, he still would quote scriptures. И несмотря на то, что Господь Кришна – это высший авторитет, тем не менее он цитирует Священные Писания. So, and then Prabhupada refers to the Srimad Bhagavatam, and he said that one person jokingly said that Krishna, the enemy of Kamsa, can see through the scriptures. And также Шрила Прабхупада в контексте Шримад Бхагаватам говорит, что был один человек, который в шутку сказал про Кришну, что Кришна Ракамса известен тем, что смотрит на все сквозь призму шастр. So he can see everything through the scriptures, but at the same time now he's seeing the gopis. He's using, instead of seeing through the scriptures, he's seeing the gopis. И сейчас вместо того, чтобы смотреть на все сквозь призму священных писаний, он просто смотрит на все. Он смотрит на гопи. So this is a joke, you know, that Lord Krishna, he sees through the scriptures, but he's seeing the gopis. The gopis are something else, different from the scriptures. И то есть в этом и состояла вот эта шутка, что Господь Кришна смотрит на все через призму священных писаний, но сейчас он видит перед собой гопи, а гопи священными писаниями не являются. And because Lord Krishna is seeing the gopis are becoming agitated, their lust is awakening, their desire to satisfy Krishna's senses is enhanced. И благодаря взгляду Кришны гопи приходят в возбужденное состояние, их страсть разгорается, их чувство Кришны усиливается. Okay, we'll go ahead. Number 21. 21 качество – чистый. Есть два вида высшей чистоты. Тот, кто обладает первым из них, способен превращать грешников в праведников. Тот же, кто обладает вторым, не совершает ничего нечистого. Человек, которому присущи оба эти качества, считается в высшей степени чистым.
У Кришны есть оба эти качества. Он способен освободить все падшие обусловленные души и в то же время никогда не совершает поступков, могущих осквернить его. So there are two, this quality being discussed now is pure, and it said there are two kinds of purity. И это качество, следующее качество – чистота. И говорится, что есть два вида чистоты. One type is where you can deliver a sinful person. И первый тип – это когда вы можете превратить грешника в праведника. But there's another type when one does not do anything that is impure. И второй тип чистоты – это когда человек не совершает ничего нечистого. So one may have only one of these qualities, and you can be known as pure. But Krishna has both of these qualities. То есть человек может иметь одно из этих качеств, и он будет считаться чистым. Но Кришне присущи оба этих качества. Krishna is able to deliver all the sinful conditioned souls. Кришна способен освободить все падшие обусловленные души. And at the same time, he does not do anything by which he can be contaminated. И в то же время он не делает ничего, что может его осквернить. Yeah, Krishna is not going to get contaminated. Krishna is like the sun. The sun is never contaminated. И Кришна, он как солнце. Солнце нельзя осквернить, и таким же образом нельзя осквернить Кришну. Go ahead. Об этом говорил Видура, стараясь избавить своего старшего брата Дритарашту от его привязанности к семье. Дорогой брат, сосредоточь свой ум на лотосных стопах Кришны, которому великие мудрецы и святые поклоняются благозвучными, исполненными мудрости стихами. Кришна – величайший из дарующих освобождения. Разумеется, великие полубоги, Господь Брахма, Господь Шива и другие, тоже могут даровать освобождение, однако их способность давать освобождение всецело зависит от милости Кришны. Поэтому Видура посоветовал своему старшему брату Дритараштре сосредоточить свой ум только на Кришне и поклоняться ему одному. Когда человек повторяет святое имя Кришны, оно восходит в его сердце, подобно яркому солнцу, мгновенно рассеивая мрак неведения. Поэтому Видура посоветовал Дритараштре постоянно размышлять о Кришне, чтобы тот мог отмыть свое сердце от всей грязи, скопившейся там в результате его греховных поступков. Бхагавад-гите Арджуна тоже обращается к Кришне, называя его Парамбрахма Парамдама Павитрам – чистейшим. Есть также много других примеров, подтверждающих высшую чистоту Кришны. So we're told an example of purity is when Vidura was trying to help Dhritarashtra to get free from his attachment to the family. И другой пример чистоты приводится в связи с тем, что Видура старался избавить своего брата Дхритараштру от его привязанности к семье. So there were three brothers. There was Pandu, Dhritarashtra and Vidura. Итак, мы знаем, что было три брата – Панду, Дритараштра и Видура. So Pandu and Dhritarashtra were both born from the semen of Vyasa. И два брата – Панду и Дритараштра, они были рождены из семени Вьясы. And they were born in the womb of the different queens of Maharaj Vrichatravirya. И они были рождены в чревах двух королев Махараджа Вичитравири. Vichitravirya had died while still a young man, and he did not leave any issue, so they needed someone to become the ruler in his absence. И Вичитравирья, он оставил тело в молодом возрасте и не оставил после себя наследников, и таким образом в его отсутствие должен был быть правитель. So Vidura, he was born in the womb of a maidservant woman, but Dhritarashtra and Pandu were born in the womb of queens of Vichitravirya. И
Витура был рожден из чрева служанки, а Панду и Дритараштра были рождены королевами. So Vidura was not in the same position as Pandu and Dhritarashtra, although he was like their brother, but he was not considered of a royal birth because his mother was from Sudra. И таким образом Видура он не считался равным Панду и Дритараште, поскольку его матерью была шудрянка. So it happened that Pandu died, and then Dhritarashtra became the king, and he was very attached to his 100 sons, and he was always trying to make arrangements for his 100 sons to be very powerful. И когда Панду умер, Дритараштра стал царем, и он всегда заботился о своих сыновей и делал все, чтобы сделать их жизнь замечательной. So Vidura was a very saintly person, and he wanted to try to help Dhritarashtra. He knew Dhritarashtra was, you know, Dhritarashtra was born blind, and he was blind spiritually also. So Vidura tried to help him to see spiritually. И Витура был очень духовным, очень святым человеком, но Дритараштра, он родился слепым, и он был слеп не только материально, но и духовно. И Видура хотел избавить его от духовной слепоты. So Vidura was preaching to Dhritarashtra about the position of Lord Krishna, and he told him, try to fix your mind on Krishna. И Видура проповедовал Дритараштре, рассказывал ему о духовной природе Кришны и просил его сосредоточить свой ум на Кришне. And he told them that all great sages and saintly persons, they're all devotees of Krishna and they worship Krishna. И он говорил ему, что все мудрецы и святые поклоняются Кришне. And if demigods are going to deliver you, if you worship demigods like Lord Shiva or Lord Brahma, they can only deliver you by the mercy of Krishna. You need to also get the mercy of Krishna. И если ты будешь молиться Господу Брахме или Господу Шиве, полубогам, то они также могут даровать освобождение, однако их способность давать освобождение зависит от милости Кришны. So Dhritarashtra, Vidura told Dhritarashtra, just try to worship only Krishna. You don't have to worship anybody else. И Видура пытался сказать Дритараштре, посоветовал Дритараштре поклоняться только Кришне и не поклоняться больше никому. So Vidura is telling Dhritarashtra, just think of Krishna, and that will help you to get rid of all the contamination that you have in your heart due to all your sinful life. И Видура говорил Дритараштре, пожалуйста, сосредоточь свой ум на Кришне, думай только о нем, и тогда это очистит твое сердце от всех плодов твоих греховных деяний. In the Bhagavad Gita, Arjuna describes Lord Krishna's glories, that he is the supreme Brahman and he is the supreme abode. И в Бхагавад-гите Арджуна прославляет Кришну как высшего брахмана и чистейшего. And Krishna is the supreme pure. Он наичистейший. Just like it said, if you think of Krishna, then all the sinful activities can be washed off immediately. И он также говорит, что если вы будете думать о Кришне, то все ваши грехи немедленно смоются. So this is why Krishna is the supreme pure. Вот почему Кришна является наичистейшим. Okay, go ahead. Number 22, self-controlled. 22-е качество, владеющий собой. Ваши, владеющим собой, называют того, кто способен обуздывать свои чувства. В Шримад-Бхагаватам об этом говорится следующее.
Все 16 тысяч жен Кришны отличались такой исключительной красотой, что их улыбки и застенчивость могли пленить даже великих полубогов, таких как Господь Шива. Но даже они при всей своей неотразимой женственности не могли вывести из равновесия Кришну. Каждая из тысяч жен Кришны думала, что он пленен ее женской красотой, но на самом деле это было не так. Следовательно, Кришна – самый великий из тех, кто обуздал свои чувства, что подтверждает и Бхагавад-гита, где его называют Хришикеши, господином чувства. So Lord Krishna had many, many, he had 16,108 wives, and they were all very, very, very beautiful. И у Кришны было 16,108 жен, и все они были очень-очень-очень красивы. And the nature of women, of course, the women will, the lady will look at her husband and she will smile, and you know, the lady wants to attract the husband and agitate the heart of the husband. И природа женщины такова, что когда женщина смотрит на мужчину, она улыбается, она хочет привлечь его, она хочет завладеть его сердцем. So Krishna had all these wives, and he had, you know, each wife was thinking, you know, I want to enjoy Krishna, and they want to have Krishna for themselves. So they would smile at Krishna and want to attract Krishna. И у Кришны было так много жен, и каждая из них думала, что я хочу обладать Кришной, я хочу, чтобы он был только моим. И поэтому каждая из них очаровательно улыбалась и старалась привлечь Кришну. But Krishna is always in control of his mind and senses. Но Кришна всегда контролировал свой ум и чувства. So even though his wives are smiling at him, Krishna just smiles back at them, and he's not agitated. He doesn't get disturbed. Но когда его жены улыбались ему, Кришна просто улыбался им в ответ, и таким образом это его не беспокоило. So in this way, Krishna shows how he is the master of his mind and senses. И таким образом Кришна показывал, насколько он контролирует свой ум и чувства. Krishna is a real Goswami. Although Krishna has so many wives, we may think, oh, he's just a lusty person, he's got so many wives. But Krishna is always perfectly in control of his mind and senses. И Кришна, он истинный Госвами. У него было так много жен, и мы можем подумать, что он был очень похотливым, но на самом деле он контролировал свои чувства. We are the servant of our mind and senses. Мы слуги своего ума и своих чувств. We become control. And behind every great man, there's a greater woman. И мы поддаемся этому контролю. За каждым великим мужчиной стоит великая женщина. But Lord Krishna, he is a master, he is like the Goswami. Although he is in family life, he is like the original Goswami, because he's always in control of the mind and the senses. Но Кришна, он был истинным Госвами, хотя он жил семейной жизнью, тем не менее он всегда контролировал свой ум и свои чувства как Госвами. It's important to control the senses, and we say the tongue is the most difficult to control. So because the tongue, we like to taste and eat. И очень важно контролировать свои чувства. И мы говорим, что сложнее всего контролировать язык, потому что ему нравится чувствовать вкус, ему нравится вкушать пищу. So the tongue is connected to sex desire. That if our tongue is not properly controlled, then we'll be more agitated sexually. И
Язык, он связан с, с половой жизнью, и когда наш язык мы не можем контролировать должным образом, тогда мы приходим в возбуждение. So we want to, of course, be very careful, therefore, to control the tongue by only taking Krishna prasadam and by only chanting Hare Krishna or talking about Krishna. И таким образом мы должны научиться контролировать свой язык, вкушая только Кришна прасад и воспевая только Хари Кришна мантру или говоря только о Кришне. That will keep us safe from the material energy. That will protect us from the material energy. Haribo? Haribo? Я вылетела, и он... Guru Maharaj, can you hear me? Yeah, I can hear you now, yeah. Somebody removed me from the chat. Me too, yeah. Really? Yeah. Somebody doesn't want us in the chat. Okay. So will we do one more? Stand fast. Okay. И следующее качество – это решительный. Решительным называют того, кто не прекращает усилий, пока не достигнет поставленной цели. Однажды Кришна сражался с царем Джамбаваном, чтобы отобрать у него драгоценный камень Симантака. Царь попытался скрыться от Кришны в лесу, но и это не остановило Кришну. Он с великой решимостью отправился на поиски царя и в конце концов заполучил драгоценный камень. All right, so the quality of steadfast, that a person will continue to work until his goal is achieved. И качество решительным называют того, кто продолжает прилагать усилия, пока не достигнет своей цели. So the example was given how Lord Krishna had to find the Shyamantaka jewel. Because the Shyamantaka jewel had been stolen, went missing, so Lord Krishna went to look for it. И здесь приводится как пример история с камнем Симантака, с драгоценным камнем Симантака, который был похищен, и Кришна искал его. And what happened? The person who stole the jewel, he was attacked by a lion, and a lion killed the person, and the lion has no interest in the jewel. But the jewel was found by Jambavan one day. Jambavan is a great bear, and Jambavan bought the jewel home and gave it to his child. И на человека, который украл этот камень, напал лев, и таким образом этот человек погиб. Но поскольку льву этот камень был не нужен, этот камень нашел Джамбаван, был великим медведем, и он отнес этот камень своему ребенку. So Lord Krishna was looking for the jewel, and then finally he found this cave, and inside the cave Jambavan was living in there. He had his place inside the cave where he lived with his family, and Lord Krishna went in that cave, and he found the jewel, but the child was playing with it, and when Krishna came and took the jewel, then the child cried. So Jambavan came, and Jambavan fought with Krishna. И в поисках этого камня Симантака Кришна добрел до пещеры, где жил Джамбаван вместе со своей семьей, и нашел там этот драгоценный камень, которым играл ребенок. Но когда Кришна взял этот камень, ребенок заплакал, и пришел Джамбаван и вступил с Кришной в сражение. Now Jambavan was a great devotee, and he had fought with Lord Ramachandra, and he helped Lord Ramachandra to defeat Ravan in the Battle of Lanka. И Джамбаван был великим преданным, он помогал Господу Рамачандре одержать победу над Раваной в битве на Ланке. But he didn't recognize Lord Krishna,
And so when he saw Lord Krishna coming there and taking the jewel, then there was a big fight. Но он не узнал Господа Кришны, когда Кришна взял этот камень, то началась большая битва. And the two of them fought for many days. И они сражались много дней. I think it was like 18 days or 23 days. They fought for many, many days, and then Jambavan gradually he began to realize that somebody who can fight like this, he must be my Supreme Lord, he must be Lord Ramachandra. Come again. И они сражались много дней, то ли 18, то ли 23 дня. В любом случае, это продолжалось достаточно долго, и потихоньку Джамбаван начал понимать, что никто не может сражаться так долго, и должно быть, это пришел мой Господь Рамачандра. So at that time he surrendered to Lord Krishna, and he gave the jewel to Lord Krishna, the Shyamataka jewel. And he also gave his daughter Jambavati. И таким образом Джамбаван предался Господу Кришне, отдал ему этот камень с Ямантака, и также отдал в жены свою дочь Джамбавати. So Lord Krishna took another wife, Jambavati. Таким образом у Кришны появилась еще одна жена Джамбавати. Mm-hmm. Okay, we'll stop there today. Сегодня мы здесь остановимся. There are some questions in the chat. Okay. Шанти Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Хари Кришна, мой поклон Махарадж, Сяпла Ваши Махупаде. Слышала о связи между Рукмини и Чандравали, что это одна и та же личность. Пожалуйста, прокомментируйте эту игру. Хари Кришна, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. I've heard about the connection between Rukmini and Chandravali, that it's the same person. Please comment this. I've never heard. I cannot comment. Я не могу прокомментировать, потому что я об этом никогда не слышал. Next question? Yeah. Юна Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Спасибо. Хари Кришна, Гуру Махарадж и все преданные, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Со славой Шрили Прабхупаде. Означает ли устойчивость и стойкость в преданном служении на ступени Ништха также стойкость в приобретении вашнавских качеств характера? Мы видим, что часто преданные строго следуют правилам, но вашнавские качества у них не развиваются. Они остаются высокомерными, скандальными, необязательными и так далее. Какова связь между саданой и развитием качеств вашнава? Спасибо. Hare Krishna, Guru Maharaj, and dear devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Does strength or stability in devotional service at the stage of Nishtha also mean this steadfastness in acquiring Vaishnava qualities or character? We see that often devotees strictly follow the rules, but they don't develop Vaishnava qualities. They remain arrogant, scandalous, optional, and etc. What is the relationship between sadhana and the development of Vaishnava qualities? Thank you. Well, I don't believe that somebody's following the rules very strictly and not developing Vaishnava qualities. Я не верю в то, что если человек следует строго правилам, он не развивает вайшнавские качества. If somebody is following strictly the Vaishnava, if somebody is following strictly the rules and regulations, then they will develop the Vaishnava qualities. Если кто-то строго следует правилам и предписаниям, то он однозначно разовьет вайшнавские качества. It may take some time, but gradually they will develop the Vaishnava qualities. Это займет какое-то время, но постепенно этот человек разовьет вайшнавские качества.
It is not very fair to criticize someone like that, that somebody is following rules and regulations. How you can say he doesn't have the Vaishnava qualities? If they're following the rules and regulations, that is the Vaishnava quality. То есть не очень благоприятно критиковать людей таким образом, что у них нет вайшнавских качеств, даже если они следуют правилам и предписаниям. Нет, если они следуют всем правилам и предписаниям, то это значит, что у них есть вайшнавские качества. So somebody's taking, if somebody, just like we give the example, somebody's taking a bath. You cannot criticize them for being dirty. They're in the bath. Just be patient, and after their bath, they'll be clean. Это подобно тому, как мы приводим пример, когда кто-то стоит под душем, то не стоит критиковать его за то, что он грязный. Спустя какое-то время он будет чистый. I don't know how you can say somebody doesn't have Vaishnava qualities, but he's following rules and regulations. This is. I don't think how you can talk like this. I cannot understand. Я не понимаю, как вы можете говорить так, что если человек следует правилам и предписаниям, у него нет вайшнавских качеств. Я этого в принципе не понимаю. Of course, we're neophyte devotees, but you have to be patient. Give the devotees a chance. Gradually, they will develop the quality. Все мы преданные неофиты, и вы должны просто проявлять терпение и дать преданным шанс проявить свои хорошие качества. Sometimes we may get angry, sometimes we may become, our mind be, may become uncontrolled, and we become, due to there's some lust or greed or anger. And these are not, of course, the symptoms of a Vaishnava. But still, gradually these things will be removed. Да, наш ум может быть подвержен вожделению, зависти или гневу. Мы можем гневаться или еще что-то, но тем не менее постепенно наш ум очищается, и все эти качества уходят, и мы обретаем великие качества, хорошие качества. But if they're following the rules and regulations, then it's just a question of time. Gradually, these things will be removed. Но если человек следует правилам и предписаниям, это только вопрос времени. Постепенно все эти вещи уйдут. Yeah. Next question. Yeah. Елена Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Спасибо. Хари Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вы сказали в лекции, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина, что Кришна — господин чувств. А что можно сказать про женщин? Какими качествами обладает великая женщина? Спасибо. Hare Krishna Guru Maharaj and the devotees, please accept my humble obeisances. You've said in the lecture that behind every great man there is a great woman, and that Krishna is the Lord of senses. And what can you say, what would you say, please, about women? What qualities does a great woman have? Thank you. Well, these qualities are described in Bhagavad Gita in the 10th chapter, where Krishna talks about the qualities of women. Эти качества описываются в 10 главе Бхагавад Гиты, где Кришна говорит о качествах женщины. Most important is chastity. И самое важное – это целомудрие. The woman has to be very chaste. Женщина должна быть очень целомудрена. That she will not be lusty after many different men. То есть она не должна в вожделении бегать за мужчинами, за многими мужчинами. But other qualities are mentioned there in 10th chapter of Bhagavad Gita, where Krishna is describing Vibhuti Yoga. И остальные качества, они все перечислены в 10 главе Бхагавад Гиты, где Кришна говорит о Вибхути Йоге. I'm not able to remember the other qualities immediately, but I remember chastity is certainly one. И я не вспомню точно все остальные качества, но именно целомудрие было одним из них.
Maybe I'll just take a minute and try to find it for you in the tent. Подождите минутку, я попытаюсь найти это для вас. Okay, here's, among women, I am fame, fortune, fine speech, memory, intelligence, steadfastness, and patience. И здесь говорится, что из женщин я, я очень красивая, замечательная речь, я терпение, would you repeat? This once again. What's the number of the verse, Guruji? 34. Дорогие преданные, выключите, пожалуйста, микрофон. Спасибо большое. Матаджи Татьяна, 36-й, да, стих? Ну, 34-й. Из женщин я слава, удача, изящная речь, память, разум, целеустремленность и терпение. Yeah, these are good qualities for women. Это хорошие качества для женщин. Patience. Терпение. And to fine speech. Изящная речь. These kind of qualities, they are considered feminine. Эти качества считаются женскими. Okay. Mm-hmm. Ну, спасибо большое. And you can study the mode of goodness is described also. Cultivate the mode of goodness by the body, mind, and words in the mode of goodness. And Krishna talks about words, that we should speak the truth, but at the same time make it pleasing. То есть вы также можете почитать о гуне благости, когда Господь Кришна говорит, что мы должны содержать свое тело, ум и свои слова в гуне благости. И о словах он говорит, что наша речь должна быть правдивой и приносить радость. But generally we consider chastity to be the most important quality for a woman. Но мы на первое качество, на первое место среди женских качеств все-таки ставим целомудрие. And of course, some men, they're very harsh, that they want a wife who will not even look at another man or never speak to another man. They expect the woman to be completely focused on that one man only, who is her husband. And that is sometimes very difficult for women today.
И некоторые мужчины, они очень жесткие, и они не хотят, чтобы их жены смотрели и разговаривали с другими мужчинами, что для современных женщин достаточно сложно. You know, the average woman, she will, men will talk to her, and she will talk to them, and if the husband gets all upset that my wife is talking to other men, then it's a big problem. И, например, если женщина разговаривает с мужчинами, либо они с ней заговаривают, и муж очень расстраивается, видя это, то это иногда становится очень большой проблемой. Some men are very conservative. They don't want a woman who's going to talk or even look at another man. Некоторые мужчины очень консервативные, поэтому они не любят, чтобы женщина смотрела, чтобы женщина разговаривала с другими мужчинами или даже смотрела на них. But you know, women are not brought up like that. They're not trained like that. Но женщины на самом деле не обучены этому. Some women were brought up like that. Their father would keep them at home. They wouldn't send them to school. They just keep them at home and have a tutor come to the house to teach them, so they never see another man. Но некоторые женщины, конечно же, воспитаны именно таким образом, когда с самого детства отец их, допустим, забирал, отвозил в школу, забирал из школы, кто-то, учителя приходили к ним домой и так далее. То есть они, у них не было возможности общаться с другими, с мужчинами. Just like Bali Maharaj, there was who? What was the name? There was one devotee of Lord Shiva. He had many arms, and he had a beautiful daughter. He kept his daughter away from all the men, and she only associated with women. Господа Шивы был один преданный, у которого было много рук, у него была очень прекрасная дочь, и он ее оградил таким образом, что она общалась только с женщинами. But she had a dream about a young man. A young man appeared in her dream. And she was sleeping with another girl, and the other girl heard her talk about this young man in her dream. Но в своем сне она видела юношу, который приходил к ней во сне, и подруга, которая спала с ней, она слышала, как эта принцесса говорила во сне. So that lady then drew pictures that, you know, the girlfriend of the king's daughter. The king's daughter was named Usha, and the girlfriend, she had a girlfriend named Chitralekha. And Chitralekha was an artist, and she drew pictures of all different men. And then finally, you know, because she wanted to find out who was the man in the dream. So the girl who had the dream, Usha, she said, no, that's not him. And they went through many different men. Finally, they came to Lord Krishna's family. And when they came to Lord Krishna's family, then she became a bit embarrassed. And then she had drew the picture of Lord Krishna's grandson, Aniruddha. And then she blushed, and that was the man who had come in her dream. Although she had never met him, somehow he came in her dream and she dreamed about him. И дочь царя звали Уша, а ее подругу звали Читралекха. Эта Читралекха, она была очень хорошей художницей, и она, со слов Уши, стала рисовать портреты юношей. И таким образом Уша пыталась выяснить, кто же приходил к ней во сне, и нарисовав множество портретов, и перебрав много-много юношей, наконец-то Читралекха нарисовала, они уже дошли до семьи Кришны, и на портрете Читралекхи был внук Кришны, Анирудха, и Уша поняла, что это именно он приходил к ней во сне, однако она не понимала, почему так получилось, поскольку в жизни она его вживую никогда не видела. So even though they never met, they had a relationship. Chitralekha had mystic powers, and she flew to Dwarka,
And she brought this Aniruddha back, and he stayed with Usha, and then eventually they were married. И четырёхлетка обладала мистическими силами, и таким образом она отправилась в Двараку и перенесла Анирудху к Уше, и они провели какое-то время вместе и в конце концов поженились. And there was a sage, there was another story, there was a sage who had a son, and he wanted to keep his son away from women, so they stayed in the forest all the time. So his son had never ever seen a woman. Также есть другая история о мудреце, у которого был сын, которого этот мудрец хотел оградить от женщин, и таким образом они жили в лесу, вдали от женского пола. So it happened that there was a great drought in the kingdom, and they said the only way they could solve the drought, they needed to do a great sacrifice, and the person who performed the sacrifice would have to be very, very pure. So they found out that there was a sage who had a son who'd never seen a woman. So they arranged to bring him to the kingdom to perform the yagya. Но так случилось, что в этом царстве случилась засуха, и нужно было провести жертвоприношение, чтобы она закончилась. Но для этого, для того, чтобы ее провести, нужна была очень-очень чистая личность. И таким образом они выяснили, что вот у этого мудреца есть сын, который никогда не видел женщин. И поэтому они все устроили таким образом, чтобы привести его, и он провел эту ягью. So, how did they bring him to... They had to bring him to the kingdom to perform the yagya. The father was trying to keep the son away from everyone. So what they did, they sent these beautiful women into the forest. They sent these beautiful, beautiful young women into the forest. And the young man, he met them in the forest and he became attracted to them. He didn't know who they were. He thought they were his friends. He thought they were just like him. They were just, but he was so attracted to them that when they went back to the city, he followed them. And in this way, they got the young man to do the yagya. Но как же они устроили все таким образом, чтобы заполучить этого молодого человека? Поскольку он никогда не видел женщин, они отправили к нему в лес самых прекрасных девушек. И когда сын мудреца увидел их, поскольку он никогда не видел женщин, он подумал, что это его друзья, но их красота очень привлекла его. И когда они обратно возвращались в город, он последовал за ним, и таким образом получилось его привлечь к тому, чтобы он провел эту ягью. So human nature is such, well, not only human nature, it's there in all species of life. There's a natural attraction between the opposite sexes. То есть человеческая жизнь такова, и даже не только природа человеческих существ, но такова природа всех живых существ привлекаться противоположным полом. But in the human form of life, we have to control it, we have to regulate that. Но в человеческой форме жизни мы должны контролировать это, мы должны это регулировать. If we don't regulate it, then we're no different from the animals. Но если мы не можем это регулировать, тогда мы ничем не отличаемся от животных. Okay. Yes. Next question. Следующий вопрос, пожалуйста. Я думаю, что у вас еще был. Я хотела, знаете, вот по этому стиху, который из Бхагавад-гиты Гуру Махарадж прочитал, что вот разум, это получается, он из женщин разум, а я слышала, что женщины, они зачастую в невежестве, и они менее разумные. Как вот это понять? Что разум исходит из женщин или как? Ну вот да, получается, что Кришна говорит из женщин я и перечисляет, потом говорит разум, да? И вот мне непонятно, как это понимать. То есть женщины, они наоборот менее разумные, а Кришна перечисляет, что это женское качество. Или я неправильно понимаю? Just one more question about these words from Bhagavad Gita, it says that of women I am an intelligence and a mind, an intelligence.
And what does it mean? Because it's considered that women are less intelligent than men. So how to understand this point? So it means that intelligence is women's quality or what? Well, it said these qualities are feminine. Yeah, it does say feminine. And we do see women are also intelligent. You know, we have so many women. If you look at the universities everywhere, the postgraduate departments are always full with women. So many women, more women than men, are studying in higher education. Да, разум — это женское качество. Мы даже можем посмотреть на примере университетов, что факультеты в университете, они заполнены женщинами. То есть женщин в университетах гораздо больше, чем мужчин. We say women are less intelligent because they get more attached to things. They have that sentiment. И мы говорим, что женщины менее разумные, это потому, что они больше привязываются к каким-то вещам, они более сентиментальны, более чувствительны. They're certainly get very attached to their family members and relatives, and they're very affected by these relationships. И женщины сильно привязываются к семьям, к членам своих семей, и, конечно же, это на них оказывает очень сильное влияние. But there's a lot of highly intelligent ladies. We can see in the governments now more and more ladies entering into politics and becoming even leaders of governments. И мы сейчас видим, что очень много разумных женщин приходит в политику, и они даже становятся лидерами правительств. Not so much in Russia, because Russia is more conservative, old-fashioned. But in other places, Russia, China, they're very conservative. They keep the women down. Россия, Китай — это очень консервативные страны, они принижают женщин. But European countries and America, see women very prominent. Но в европейских странах и в Америке женщины очень занимают заметные места, они очень известны. Because they're intelligent, they have a lot of good brain power. Поскольку они очень разумны, у них очень много хороших мыслей. Could it, can we also say it's because women surrender more easily to the Lord? Maybe that's why. Could it be that as why? Because they're intelligent enough to figure out that this is the Supreme Lord, and they surrender more easily. Could that be a reason? I never heard that. И вопрос в том, что поскольку они очень разумны, поэтому они больше склонны служить Господу, и так ли это? И Гуру Махарадж говорит, что я этого никогда не слышал. We do hear that ladies are more inclined to worship. They go to, we see temples and churches and so on, that they're full with women, but the ladies are more inclined to go to the temples and to accept the authority of the Supreme Lord. Да, мы видим, что храмы и церкви, они все в основном наполнены женщинами, и они больше склонны принимать авторитет Господа. But that is because their sentiment also, because we had, as we were seeing, they're very sentimental. So they often go to churches and temples with just out of sentiment rather than out of pure devotion. Но это происходит потому, что они более сентиментальны, более чувствительны, и они идут в храмы и церкви не потому, что они обладают большей преданностью, просто они более сентиментальны.
Okay, go ahead, Татьяна. Следующий вопрос, Валентина Матыч, ваш, пожалуйста. Мой. Что? А я потом попросить, пожалуйста. Вы, по-моему, после Вали. Вы, я перепутала, что ли? Нет, Валя, потом вы, потом опять Валя, да. Прекрасно. Извините, мои поклоны. Спасибо. Гуру Махарадж, собравшиеся преданные, примите мои поклоны. Вся слава Шри Прабхупаде. Это Валя Гришника из Биробиджани. Скажите, правильное понимание, если я приняла прибежище, предалась духовному учителю, следуя наставлениям руководству, и он успокоился, не мешает следовать наставлениям, идти по ступеням развития духовной практики, ну и в дальнейшем достичь прима-бхакти. И, конечно, примет такое служение, если технически ты не инициированный. Такой возможности может и не быть. Можете привести пример, если есть такой, в священных писаниях? Харе Кришна. Харе Кришна, please accept my humble obeisances and dear devotees of glories to Srila Prabhupada. It's Mataji Valya Grishchenko from Biravijan. Am I understand correctly? If I surrendered to spiritual master, to spiritual teacher, following the instructions and guidance, my mind has calmed down and doesn't prevent me from following the instructions and going through the stages of development in spiritual practice and achieving prema bhakti. Will Guru and Krishna accept such service if I'm technically not initiated and there may be not such an opportunity in the future? Would you please give an example if there are any examples in scriptures like this? Thank you. Well, the examples are, we don't see really too many examples of devotees who are not initiated. Although you could say maybe Haridas Thakur was not initiated, but he constantly chanted the holy name. All he did was chant the holy name all day and all night. So if you can, you know, if you're not going to be initiated, then you have to do like that. But at the same time, while Haridas Thakur didn't take initiation, he did associate with devotees, and he was with devotees. He would be with devotees, and he would go, and he went to the holy place, he stayed in Jagannath Puri, and Lord Chaitanya would meet him, and before that he was with Advaita Acharya, so he had a lot of association with devotees. Достаточно мало таких примеров с неинициированными преданными, однако мы можем вспомнить, что это, например, таким был Харидас Такур, но он все свое время посвящал чтению священных писаний. Если вы не можете получить инициацию, то вы должны быть такой же, как Харидас Такур. Но несмотря на то, что у него не было духовного учителя, тем не менее он очень много общался с преданными, и он посещал святые места, такие как Джаганатха Пури, он встречался с Господом Чайтани, потом с Адвайта Ачарьей, то есть он очень много общался с преданными. So, somebody is going to practice devotional service, you have to have somebody guide you, you have to have somebody teach you, you have to be associating with somebody, just like here you're associating this morning, you're hearing and you're asking a question. And so that is part of the process of devotional service, and that process should continue so that one day you would also take up and accept the initiation. It's a part of the process of devotional service as described by the acharyas.
То есть принятие посвящения — это часть процесса преданного служения. Как вот, если у вас нет духовного учителя, то значит должен быть кто-то, кто будет наставлять вас на пути преданного служения, тот, кто будет вести вас, как, например, сегодня, да, вы слушаете лекции, слушаете какие-то наставления. То есть таким образом вы общаетесь, должен быть преданный, с которым вы общаетесь и который вас наставляет. И таким образом вы постепенно, исполняя его наставления, придете к инициации, потому что инициация — это тоже часть процесса преданного служения. Rupa Goswami, one of the prominent disciples of Lord Chaitanya, he describes that the different items of devotional service. And the first five are all in relation to the spiritual master. И Рупа Госвами, который был очень значимым учеником Господа Чайтани, он перечислял анги преданного служения, пять из которых самые важные, они все связаны с духовным учителем. And so you may associate with the spiritual master and put questions to him, and you should also try to render service to him. Таким образом, вы должны общаться с духовным учителем, задавать ему вопросы, а также должны стараться служить ему. You may not like to take formal initiation, but you should accept instruction. И, возможно, формально вы не примете у него посвящение, но вы должны принимать его наставления. Actually, Lord Chaitanya, he took formal initiation, and we see Srila Prabhupada also took initiation. И мы видим, что на самом деле Господь Чайтанья формально принял инициацию, и Шрила Прабхупада тоже принял инициацию. So the initiation connects you to the disciplic succession, and it makes your connection into Krishna consciousness bona fide. И на самом деле инициация, она соединяет вас с ученической преемственностью, и она соединяет вас с квалифицированным духовным учителем. The point is, you want to go back to Godhead, you want to go back to Krishna, somebody should be representing you, somebody should be introducing you. То есть смысл в том, что если вы собираетесь вернуться обратно к Кришне, то кто-то должен вас ему представить. You have to have some kind of spiritual teacher. Maybe not initiation, but at least you have to be taking instruction. То есть у вас должен быть какой-то духовный учитель, возможно, вы не примете у него посвящение, но как минимум вы будете принимать его наставления. Okay. Next question. Yeah. Вриджарани Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Хари Кришна, Гуру Махарадж, преданные, примите мои поклоны смиренные, все славы Шри Прабхупаде. Гуру Махарадж, можно спросить, почему в писаниях не говорится о Маджаре, о маленьких девочках, которые помогают служителям Антиракхарани, Туласи Махарани? Они не участвуют в расе. В селекции преданных мы знаем, что их положение выше гопи, и наши ачари тоже были Маджаре. Спасибо. Hare Krishna Guru Maharaj and the dear devotees, please accept my humble obeisances. So glorious to Srila Prabhupada. The question is, why the scriptures do not talk about manjaris? This about these little girls who help to serve Srimati Radharani, Tulsi Maharani, they don't participate in Rasa Lila. From the lectures of the devotees, we know that their position is higher than the position of gopis.
And our acharyas were also manjari. Thank you. Well, there are certain scriptures which may describe these things, but they're not required for the general mass of devotees. The mass of devotees need to learn the basic principles. They need to learn to follow the basic principles to understand the nature of the manjaris. That's a very confidential subject matter. It's not for everyone. И на самом деле есть определенные священные писания, которые описывают манджари, но такая литература не для общей массы преданных, поскольку вся вот эта информация о гопи, она носит слишком личностный и конфиденциальный характер. И основная масса преданных, она должна сосредоточиться на основах, нежели идти в эти темы. Srila Prabhupada is writing his books for the mass of devotees, for the world. Most of the world are not on that level of manjari bhav. It's a very, very special, very confidential subject. It's not for everyone. И Шрила Прабхупада писал свои книги для очень больших аудиторий, для больших масс преданных. И путь манджари — это очень особый путь и очень конфиденциальный, очень личностный. И на самом деле ему могут следовать только единицы. One time Bhaktisiddhanta Saraswati was going to translate a book into Bengali, into the local language. And Bhaktivinoda Thakur said, you can publish one copy for yourself. He said, you're the only one qualified to hear the subject matter of this book. И однажды Бхактисиддханта Сарасвати Такур переводил такую книгу на бенгали, на местный язык, и Бхактивинода Такур сказал, что ты можешь опубликовать, издать только один экземпляр такой книги для себя, потому что ты единственный, кто квалифицирован это прочесть. Go ahead. Следующий вопрос, Валентина Матаджи, пожалуйста. Матаджи Вали, у вас микрофон отключен. Такси, но что-то скорость не прощения за спешку. Ваша милость, вы сказали, что дома устно все грехи смоются. Почему тогда духовный рост не так виден? Или наши желания искренне, или мы нечистые следования? The question is, you said that thinking of Krishna will wash away our sins. Why then is the spiritual growth not so visible? Or our desires not sincere, or maybe are we following not so pure? Гуру Махарадж. Hare Krishna, Guru Maharaj, can you hear me? Yeah, I can hear you now. Should I repeat the question? Yeah.
said that thinking of Krishna will wash away our sins, all our sins. Why then is spiritual growth not so visible? Or are our desires not just so sincere? Or are the following not pure? Yes, Krishna says, as you surrender, I reward you accordingly. So the problem is with us. There's nothing wrong with the process. The problem is with us, that we're not so pure. Да, Кришна говорит, как вы предаетесь, так я вам и отвечаю. И на самом деле проблема не в процессе, проблема в нас. We don't follow so strictly. You know, we try, we make it, we try, we do something, but you know, we're limited. We're limited by our environment and by our upbringing, our conditioning, makes it harder for us. Процесс чист, но нам сложно бывает ему следовать, поскольку есть определенные условия, в которых мы находимся, либо воспитание, либо, то есть есть определенные условия, которые оказывают на нас влияние. We're not brought up in a very pure environment, or we're not trained in the Vaishnava culture. Мы выросли не в очень чистой среде, и мы не были обучены в вайшнавской культуре. So it takes some time for us to develop. Таким образом, нам необходимо какое-то время, чтобы развить все это. Yeah. Next question? Yeah. Елена Дмитриева Матыча, ваш вопрос, пожалуйста. Ага, так, вот сейчас я найду. Чтобы достичь успеха в духовной жизни, важно быть решительным и решимым. В чем заключается эта решительность? In order to achieve success in spiritual life, we should be determined. And what is the determination? What is determination? Yeah. What does it mean to be determined? Well, it means to be very fixed on our goal, that we know what we want to achieve and we're ready to work hard to achieve it. Это значит, что мы очень хорошо должны знать, какова цель, которую мы хотим достигнуть, и очень желать достигнуть ее, и очень усердно работать над тем, чтобы к ней прийти. If we're accustomed to a lot of sense gratification, then we won't be very determined in our spiritual goals. Если мы привыкли к чувственным наслаждениям, тогда мы будем не слишком решительным в достижении наших духовных целей. So we have to cultivate that determination. That's why we do things like, that's why we have things like regulative principles, and then we do fasting. These things all help to increase our determination. И чтобы развить эту решимость, мы должны соблюдать принципы, поститься. То есть все эти вещи, они помогают развить нам решимость на этом пути. Determination is important. In Bhagavad Gita, Krishna describes qualification that yesham twantagatam papam jananam punya karmanam tidanvam moha nirmukta bhajanti mam dridavrata. Krishna says, those who have acted piously in previous lives and in this life, and who are freed from the reactions of sins, they engage themselves in my service with determination. И Кришна в Бхагавад-гите говорит, тот, кто совершал благочестивые поступки в прошлой жизни и в этой жизни, то они занимаются преданным служением в этой жизни, занимаются преданным служением не с большой решимостью.
Similarly, in Bhagavad Gita, Mahatmas are described in the 9th chapter, Satatam Kirtayanto Mam Yatantascha Dridavritaha, that always chanting my glories, endeavoring with great determination, these great souls perpetually worship me with devotion. И в 9 главе Бхагавад-гиты также говорит, что всегда прославляя меня с великой решимостью, такие личности, они обретают великую преданность. So, determination is a quality of pure devotion. На самом деле, решимость — это качество чистой преданности. We have to develop that kind of quality by sadhana bhakti. И мы должны развить это качество через sadhana bhakti. If we engage in strict sadhana bhakti, then gradually we will become more determined. Если мы строго следуем sadhana bhakti, то постепенно мы станем более решительными. You have to be strict with ourselves. We have to be strict about waking up early in the morning and chanting every day. И мы должны быть строги по отношению к самим себе. Мы должны быть строги к тому, что мы рано встаем по утрам, что мы каждое утро повторяем святое имя. You have to become strict about associating with the other sex. Мы должны строго относиться к себе в отношении, в рамках общения с противоположным полом. You have to dress like a devotee. You have to cover your body, tie your hair. Вы должны одеваться как преданные, должны закрывать свое тело, покрывать свою голову. Before you go out in public, don't have your hair all hanging around. Tie your hair up. То есть, когда вы выходите на публику, вы должны уложить свои волосы таким образом, чтобы они не были разбросаны по вашим плечам. It may seem trouble, but this is determination. Determination to be a devotee. Да, быть может, это приносит какие-то неудобства, но тем не менее, это ваша решимость быть преданной. Okay. Next question. Yeah. Так. Елена Миронова, ваш вопрос, пожалуйста, Матаджи. Харе Кришна, спасибо, Матаджи. У меня такой вопрос. Наши святейшие, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Великая преданность на сегодняшний день, как говорится, что Кришна всегда защищает своих преданных, но периодически становится известно, что преданные подвергаются нападениям со стороны других людей, становятся жертвами природных явлений. Как правильно понимать эти случаи? Получается, что защита Кришны — это не всегда спасение физического тела преданных. Спасибо. Hare Krishna, Your Holiness and the devotees, please accept my humble obeisances. Today, as an actor of devotion, we've learned that Krishna always protects his devotees, but from time to time it becomes known that devotees are attacked by other people and become victims of natural phenomena. How to understand these cases correctly? So it means, does it mean that Krishna is not always save the body of his devotee? Yes, what you say is true. I mean, we just recently had an incident in Bangladesh where a devotee was murdered when a gang of other people came to the temple there in Bangladesh. They attacked the devotees and at least one, maybe even two died from the attack. So we may question, does this mean Krishna is not protecting his devotees?
Да, как раз недавно в Бангладеше случилось такое событие, когда на храм напали люди, и даже преданные были убиты, и поэтому у нас естественным образом может возникать этот вопрос, а всегда ли Кришна защищает? Well, we have to understand Krishna has a plan that he is using these devotees to teach us and to prepare us. Maybe he wants us to, maybe Krishna thinks we're not protecting the devotees enough. We have to take more precaution to protect the temples and to protect the devotees to ensure their safety. So Krishna is using these instances to impress upon us the importance of taking care of the devotees, that yes, Krishna can do everything himself, but you know, we're supposed to be the servants. It's not that we just leave everything to Krishna to do. We're supposed to take care. И, может быть, этим случаем Господь Кришна хочет показать, что мы должны сами предпринимать определенные меры предосторожности, да, то есть чтобы, потому что мы сами слуги, мы должны служить преданным таким образом, соблюдать какие-то меры, предпринимать какие-то меры по безопасности преданных. Нельзя оставлять все на Кришну и при этом думать, что Он все сделает за нас. Мы должны сами предпринимать что-то. The soul is never killed, but we change the body. And so people are murdered, people die, they give up the body, they go to some other place, they'll continue their service in some other place. Душу нельзя убить, умирает лишь только тело, но душа получает новое тело, эти души уже получили новые тела, и они идут в какие-то другие места, они продолжают свое служение. So there's no fault on Krishna's part. То есть нет ничего, нет в этом вины Кришны. They're taken from one place, they'll go another place to serve Krishna. Просто из одного места они переходят в другое место, чтобы служить Кришне. But we should make proper arrangements to care for the devotees, to make sure they're safe and protected. Но тем не менее мы должны предпринять все меры для того, чтобы преданные чувствовали себя защищенными и в безопасности. So there's been some trouble. Maybe you heard how in Bangladesh there's been a lot of violence in recent times, recent days. Some Hindu temples have been attacked, and temples property destroyed. So today they're organizing around the world. They're organizing a peace parade or peace protest. You know, that we want the devotees, especially in Bangladesh, should be protected and they should be safe. И, возможно, вы слышали об этом инциденте в Бангладеше, да, о нападении на преданных, на храмы, и что собственность храмов также пострадала, были убиты преданные, и сейчас организуется по всему миру протест в отношении вот нападений на преданных. So this is a very big event, worldwide, all over the world. Devotees, they're all going to congregate in their different places and chant the holy name and pray for the devotees in Bangladesh for their safety. Событие на самом деле это событие мирового масштаба, и сейчас преданные во всем мире они собираются и воспевают святое имя ради безопасности преданных в Бангладеш. Yeah, I mean we don't just sit back and leave everything to Krishna. Our duty is to give service to Krishna, not just to take from Krishna. То есть мы не можем все оставлять на Кришну и просто при этом оставаться в тени. Наша задача служить Кришне. So we have to protect our temples and our devotees and our deities.
Мы должны защищать свои края храмы, свои наших преданных и наших божеств. Okay. Yeah. Next question. Yeah. There is a question from Alexander Prabhu. Хари Кришна, ваше святейшество, вы сказали, что если человек не принял гуру, то он должен следовать наставлениям. И каким? Которые лично гуру говорит, либо общим в лекциях. Поститься неприятно, и потом обратный эффект наступает в чревоугодие. Насколько этот метод очищения важен, и в каких условиях это легче применять? Хари Кришна, Your Holiness, you said that if person has not accepted a guru, then he should follow the instructions. And what instructions? Which one? Which guru is personal gift to him, or just that guru gives, you know, on just mass lectures? Yeah, both. И то, и другое, это вопрос по поводу того, что каким наставлениям следовать, личным или которые он слышит в лекциях, и тем, и другим. And the following question. Fasting is unpleasant thing, and then the opposite effect comes. One wants to eat a lot. How is important this cleansing method, and in what conditions it's easier to apply it? Well, it's easy to apply it when you're with the association, other devotees who are also fasting. И легче это все соблюдать, это все легче применять в кругу других преданных, когда другие тоже постятся. And if you're fasting, once you end the fast, actually, usually you can't eat very much because you've been fasting, so the stomach shrinks, you're not able to eat so much. Но на самом деле, когда вы заканчиваете пост, поскольку ваш желудок, он сужается, вы на самом деле есть много не можете. Yeah. So, fasting actually is good for the body, it's good for health, because it gives your body a chance to digest the other food. Generally, we overeat. So when you fast, it gives the body some rest. The organs get tired. И на самом деле пост, он очень благоприятен для здоровья, поскольку когда мы все время переедаем, наши органы, они устают. But fasting is so that we can increase our hearing and chanting. It's something we do for the pleasure of Krishna. Но пост в первую очередь значит, что мы увеличиваем свое слушание и воспевание. То есть это то, что мы делаем ради удовлетворения Кришны. We take advantage of fasting to do more chanting and hearing, not to just sleep. То есть мы пользуемся преимуществами, которые дает пост, ради того, чтобы больше слушать и больше воспевать, а не просто мы в это время больше спим. Okay. Yeah. Any other question? No more questions in the chat. Okay. So thank you very much. Всем большое спасибо. So now is Damodar Astakam. Every day I hope you're all singing Damodar prayers and offer a light every day. И сейчас идет месяц Дамодара. Я надеюсь, что вы каждый день поете Дамодар Аштаку и предлагаете каждый день лампадку. And this way you get the mercy of Lord Damodar. It can destroy a lot of sins.
таким образом мы получаем милость Господу Дамодара, который разрушает множество грехов. So please take care, stay healthy. Заботьтесь о себе, заботьтесь о своем здоровье. And I hope we'll be back again next week. И я надеюсь, что мы все с вами встретимся на следующей неделе. So we thank all the devotees for their questions and participation. And thanks to Tatyana for translation. Спасибо всем, дорогие преданные, за ваше участие и за ваши замечательные вопросы. Okay, Srila Prabhupada ki. Jai. Go back to Vrinda ki.